Так, доброе утречко. Где-то я проснулся-то. Что за помещение вообще? Так, отлично. У меня есть информационная листовочка для персонала класса Б. От лица фонда SCP и его сотрудников мы приветствуем вас. Вы проведете одномесячный рабочий период в одном из наших совершенно... Далгрен, необходимо открыть камеру 3.11. Так, подожди, кто там что открывается? Выйди из камеры. А вы кто такие? Я тут записку читал. Вы меня бить не будете? Ну ладно. Просто следуй за мной. И кстати, мы имеем право убивать всех непослушных испытуемых. Так что не будет. Да, что-то так себе работаю я себе нашел, походу. Не надо меня, ребят, убивать. Внимание! Начальник службы безопасности Франклин. Немедленно явитесь в камеру содержания 173. Ну, типа, как дела? Да, средний. Не говоришь? Ну а как же? Ты думал, я к тому дуболому обращаюсь? Конечно, я обращаюсь к тебе. Нет, я просто удивлен. Ты впервые обращаешься ко мне. Ну да, ты ж первый день как тут работаешь. Да мы вообще-то уже 5 месяцев вместе работаем. Серьезно? Чувствуете себя усталым и перегруженным на работе? Ребят, вы что, под грибами, что ли? Они думают, что день работают, второй 5 месяцев. Так, мы уже пришли. Иди в ту дверь и следуй всем инструкциям. И, возможно, ты останешься цел. Отлично. SCP-173 должен постоянно храниться в закрытом контейнере. При посещении персоналом контейнера с SCP-173 в контейнер должно входить не менее 3 человек. И дверь должна быть немедленно заперта за ним. 2 лица должны постоянно поддерживать прямой зрительный контакт с SCP-173 до тех пор, пока все сотрудники не покинут контейнер, он не будет заперт. Призем в зону 19993 году. Происхождение все еще неизвестно. Изготовлен из бетона и арматуры со следами аэрозольной краски марки Крайлон. SCP-173 одушевлен и крайне враждебен. Да чё ж я моргаю так часто-то? Объект не может двигаться в то время, когда находится в пределах прямой видимости. При работе с SCP-173 никогда не должен был нарушен зрительный контакт. Персонал, предназначенный для входа в контейнер, проинструктирован предупреждать друг друга перед тем, как моргнуть. Объект, как сообщается, нападает, ломая шею, основание черепа или с помощью удушения. В случае нападения персонал должен применять действия по сдерживанию опасных объектов класса 4. А, братан, мне это вообще точно надо, нет? Или это мне по работе понадобится? Ты только не говори, что я пойду вот с этим объектом работать. Так, ладно. Персонал докладывает о скрежете, доносящемся из контейнера, когда никто не присутствует внутри. Это считается нормальным. И о любых изменениях в этом поведении должно быть немедленно доложено действующему куратору. HMCL. Красновато-коричневая субстанция на полу представляет собой смесь фекалий и крови, происхождение веществ неизвестно, корпуса должны очищаться раз в неделю. Ну как это, наверное, вот откуда? Ребята, это вообще вот обязательно, нет? А кстати, зарплату наликом или на карту? Надо какой-то неразговорчивый. Так наликом или на карту все-таки? О, здорово, ребят! Как поживаете? Внимание! Всему персоналу СД приказывается войти в камеру содержания SCP-173. Да, точно нужно к нему туда идти. Эй, дружище, ты там что, обосрался, что ли? SCP-173. Туда же. Молодец! Я смотрю. Ох, это что, кошмар мне какой-то, что ли, приснился? Подожди, меня же там только что убили. Почему я здесь-то очутился опять? Так. То же самое. Что-то как-то подозрительно, братишка, я тебе скажу. Да меня точно не убьют. Дежавю какое-то странное.
СД. Приказывается войти в камеру содержания SCP-173. Не, я туда не пойду. Я туда, по-моему, только что заходил, ничем хорошим это не закончилось. Испытуемый 9341. Войдите в камеру содержания, вы будете уничтожены. Ну, ладно, ладно, окей. Подойдите ближе к SCP-173 для тестирования. У нас произошли некоторые... Ты можешь сейчас. Да хорошо! Вернусь, вернусь! Что это с вами? Да ничего хорошего здесь не происходит! Ё-моё! Так и знал, так себе работа попадется! Надо валить отсюда! Он прямо с тобой! Где кто за кем? Окей, понял. Нифига ты лунной походочкой гуляешь. Блин, вон он. Так он что, пропал? Дверь заперта. Отлично. Подожди, мне туда что, вниз идти? Он же здесь только что был. Ты чё ж такое-то, а? Чё, нельзя нормальную работу, что ли, найти? Вечно устраиваюсь непонятно куда. Непонятно, чем занимаюсь здесь. Так, а здесь что у нас написано? Видимо, ничего не написано. Так, так, так. Внимание! Всем сотрудникам явиться к воротам. Немедленно. О, открыто. Тут стреляется там с кем-то, ты смотри-ка. Подожди, меня кто-то звал там или нет? Пятнышки кровавые. Ключ-карта нужна. Точно нужна. Чё-то как тачку. А где охрана? Где все? Может вы его убьете или еще что-нибудь с ними сделаете? Как это кукла здесь всех поубивала? Блин. Чё это за фигня? Нефть что ли разлил кто-то? Требуется ключ-карта. Отлично. Ладно. Бесконечные коридоры здесь идут и идут. Что, на электричестве экономите, что ли? Ключ-карт. Здесь тоже, наверное, ключ-карта, да, потребуется? Здесь не надо ключ-карту. Там кто-то стреляется. Здесь вообще живы. Живые есть, нет. Походу уже все, больше нету. Судя по ее крику. Мне кажется, кратчайший путь отсюда, это через юго-восточное крыло. Иди за мной. Ты уверен? Здорово, пацаны. А, ладно, это. Потом поговорим. То есть, смотри, что-то так себе вы там поживаете. О, батарейку нашел. Вот это то, что мне сейчас нужно, действительно. Я прям вот шел и думал, где бы найти батарейку-то, а? А чё столько документов-то раскидали? Чё, все с собой таскать? Так у меня планшет есть. Отчет об инциденте. Ладно, я как-нибудь потом на досуге почитаю. А чё за SCP-1048? Так, ладно, пошли. Ага, вот и пришли. Не стоило мне туда идти. Сразу как-то это все подозрительно выглядело. Что-то как-то далековато я оказался, я смотрю. Ладно, пробежимся.
Кажется, кратчайший путь отсюда — это через юго-восточное крыло. Здорово, по дороге! Надеюсь, это нет. Смотри, я щелкаю пальцем! Ой-ё-моё! Братан, братан, спокуха, спокуха, братуха! Он там вон стоит. А куда он делся? Братан, ты где? Так, а это что за ключ-карта? Второго уровня или вы ждите, второго-то найду. Так, а где он? Куда делся-то? Закроем здесь. Ну, так а здесь дальше можно было пройти все это время. Ладно, хорошо. Кто-то постоянно. Допуск только для квалифицированного персонала. А я что, не квалифицированный, что ли? На улице меня нашли, что ли? Сейчас мы тут разберемся совсем. Требуется ключ-карты. Да блин, да ё-моё! Эта ключ-карта вообще куда-нибудь подходит, нет? Кровушка опять чья-то здесь. Или кто-то смеялся? Мне кажется, тут как-то не до смеха сейчас все дело идет. Ключ-карта. Оп-оп. Я, наверное, пойду отсюда. Там кто-то с кем-то разговаривает, что ли, или мне показалось. Так, подожди, откуда я пришел-то? Я, по-моему, отсюда пришел. Или нет? Опасно не переходить, когда Тесла ворота включены. Да вроде ничего не включено. Ё, ты откуда здесь взялся, друган? Фига у тебя вид веселый, я смотрю. Ты что, прям на потолке висел? Так ты на это, на Человек-паука поменьше ходи. Нас смотрится, прыгает потом отовсюду. Что за люди? Что, все здесь? Финит а-ля комедия? Да нет, открылась. Так, лифт нашел. Не, а людишки-то где все? Людишки, ребятишки. Так, наблюдает отсюда, да, значит? Требуется ключ-карта. Да везде что-то эта ключ-карта требуется, я смотрю. Даже не выдали ничего. И что мне теперь уходить отсюда? Зарплату мне кто выплатит? Что, сам себе, что ли, выплачивать был? Непорядок. Оп. Что-то у вас здесь непорядочки какие-то, я смотрю. Что-то я проползти не могу. Там кто-то храпит, что ли? Ну реально, походу, спит кто-то где-то. Что ему еще делать? Йо! Да нет, 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 нет. Мне не о чем с тобой разговаривать. Вон, подыши газом. Отлично. Ну ты, я ужином чем-то стал.
Итак, здорово, народ, с вами, как всегда, был я, Лёха Смерть. Вот такой вот записал маленький тестовый видос на SCP Containment Breach. Если вам нравится данная игра, не знаю, почему-то многие люди просили ее заснять, то поставьте лайки, не знаю, комментики. Если соберется достаточное количество просмотров, то я продолжу прохождение. Ну, как по мне, игрушка уже довольно-таки старенькая, не знаю, что вы в ней всего такого нашли. Ладно, ребят, на этом все. Я снял бы побольше, но я просто потратил довольно-таки много времени на то, чтобы понять, как вообще захватить эту игру в ОБС. И какие-то мелкие такие технические проблемки. Ну все, народ, ладно, я пошел, пойду, наверное, себе другую работу поищу, а вы давайте там это, пишите, звоните, увидимся, короче. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик и жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Лёха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Лёха, как же ты уже залез в моё сердце со своими просьбами всё-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть моё самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.